Всем привет! Вы на канале Polly Pet. И сегодня я рассказываю про своих улиточек. Вот малышки. Меня уже забронировали одного. Как милашки. Она чуть побольше, другая меньше. Ну, я думаю, что ничего страшного. И вот я им уже начинаю менять тут все. Посмотрите, как тут тоже сболтнуло. Вода. То сейчас я тогда все поменяю. Вот у них новенькая. Посмотрела я, в них не двигается. У турбо звери опять же гладко. Только уже они еще их не отложили. Улиточки большие, хорошие. Гены тоже отличные. Если хотите себе улиточку, то пишите. Вон тут там шубенька видно. У них вместе есть яйца. Вот так вот. Они такие хорошие. У них обед был огурчик. И кальций-смесь, которую я сделала сама. Вот столько ее. Тут у нас скорлупа, я ее показывала в прошлых видео. Скорлупа. И потом еще геркулес. Вот так. И сейчас я покажу, как уже вот это будет все выглядеть и как я обустрою их жилище. Я уже, как вы видите, уже все поменяла. Но горячее я улиточек туда не ложу. Водичка, еда. И в маленькую тарелочку я насыпала гамарус, потому что они очень сильно любят. И домик тоже поставлю. Вот такие они у меня красавцы. Тут маленький большой. Так, улитки охотили. Им меньше годика. И панцирь чуть-чуть, если они так вот сделают, то они будут больше моей ладошки. И у них есть так посчитать, сколько у них будет. 7 цветков. И с апексом тоже все. И второй улитки тоже самое. Вот. Чуть-чуть. Ракушка у того повреждена. Ну все, отлично. Детки, видите, какие здоровые. И у одного и у того будет кладка. Так что можете писать в комментарии, кто хочет себе улетенка. А так, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем удачи, и всем пока.